Здравствуйте, меня зовут Виктор Счастливый, и мы проводим уроки дружбы и доброты, такие теплые, добрые встречи по пониманию инвалидности для школьников, студентов, волонтеров. На этих уроках мы показываем, что каждый человек уникален. Кто-то силен в творчестве, кто-то силен в спорте, кто-то хорошо знает математику, кто-то суперские сочинения пишет. И если каждый человек будет развивать эту уникальность, и очень важно и ценно делиться этой уникальностью, делиться со своими друзьями, со своими одноклассниками, рассказывать, показывать, передавать вот эту, знаете, удочку, чтобы его друзья, попутчики по жизни, тоже могли ловить эту рыбу, которую уже может ловить этот человек. Мы вот на своем примере рассказываем, что чем больше отдашь этому миру, тем больше приходит взамен, приходят бонусы из друзей, из ситуаций, из поддержки. Иногда просто достаточно улыбки, приветствия, доброжелательного отношения к ближнему человеку. Может быть, мы даже его и не знаем, этого человека, но порой достаточно такого теплого комплимента для того, чтобы день был переведен в формат волшебства. И каждый из нас, каждый, может быть этим волшебником. И мы как раз говорим: ребята, девчата, давайте будем этими волшебниками, давайте дадим эту руку помощи, давайте вместе идти к светлому будущему. На этих уроках дружбы и доброты мы как раз и рассказываем, как становятся людьми с инвалидностью, что надо бережно и относиться к своему здоровью, что тело – это дом, в котором мы живем. А в доме, в котором мы живем, надо убираться, заботиться о нем, делать физкультуру, чистить зубы и всячески его любить. Друзья, давайте больше позитива и принимайте себя, пожалуйста, такими, какие вы есть, потому что каждый человек уникален. И каждый человек волшебник, и каждый человек – это творец. Спасибо вам, любите друг друга.